Давайте так, на минуточку представим, что сейчас 30-е года. 30-е года, США, Чикаго, времена рассвета бутлегеров. Значит, можно плескануть немножко себе вискаря, чтобы войти в этот раш. Вот, Чикаго, 30-е года, гангста блюз, гангста джаз. Погнали. Почти как в России, как 100 лет назад. Ну что, погнали. Я жажду, короче, буду в этом.